Привет, с тобой Рэй, ты на канале AAA, и мы продолжаем Warframe. У нас, по-моему, сейчас, да, повышение ранга мастерства, плюс Railjack. Давай попробуем. Давай попробуем. 11 ранг, нормально. Что тут нужно делать? Итак, тихо. По-моему, Игнис не лучшее оружие, которое можно было взять для такого задания. Тихо, нет. Так. Да куда ж ты? Отлично, бегай. Быстрее. Да, замечательно. Я подожду. Отлично, сюда. Да ну нет, давай-ка ты застревать только нигде не будешь. И мы быстренько это пролетим. Так, это что, концовка, что ли? Серьезно? Да, по-моему, 10 ранг был, это сложнее. Странная тема, ну ладно. Базовая вместимость на репутации, лимит фокуса. Не знаю, зачем лимит фокуса увеличен, просто даже предположений не имею. Но мы, по крайней мере, уже 11 ранг, это не может не радовать. Это ж сколько же надо же на следующий-то, а? 57 тысяч? 57 тысяч, так, если один... 57 тысяч, интересно, сколько это? Так, погнали. Мне вот еще тоже интересно, а Вуконг, Избавитель Прайм, будет использовать выстрел или нет? Короче, сейчас увидим. Мне кажется, что Близнец не будет использовать у Избавителя этот выстрел. Ну, как это вообще выглядит хотя бы? Нормально. А вот тоже интересно, он когда стреляет, он же стреляет, получается, не разрезом явно. Ой, Гринир, как я, по-моему, соскучился, вы бы знали. Нет, не соскучился, это была шутка. Так, последний кусочек, отлично. Не, ну слушай, можно юзать, он еще отражает, получается. Ну-ка, а если я буду стрелять, то он будет стрелять? Чё-то не слышу, чтоб он стрелял, ну-ка. То есть он пытается вблизь подойти, да? И стреляет. И стреляет вблизи. Офигенно. Так, здорово. Погнали, да, прикончим всех тут. Давай. Быстрее. Мы спешим достаточно. А, ага, это мощная атака, понятно. Нормально. Опять эти дроны. Минус дрон.
Воу. Неплохо, слушай. Неплохо, неплохо, вполне себе неплохо. А, это целая часть валяется. А вот вас я не очень ждал, если честно. Но, в принципе, это прикольно тем, что ты можешь использовать, типа, и ближку, как угодно. Ух ты, нифига себе, тут урона прокидала ей. Ну, чем их... О, уже мне жизни сняли, прикинь. Как они так снимают-то? Все, короче, на этих у меня не хватает мощности. Ну, слушай, в принципе, даже как для ближки, то, что он стреляет в промежутке, это неплохо, неплохо. Так, восстановим хпшки, пожалуйста, всем. Не, мне достаточно даже интересно, у меня какая-то своеобразная, типа, такая динамика боя. И теперь двое? Вы серьезно? Да как так-то он снимает, опять убили, ты прикинь? Как они так делают-то? Так. Разберись, пожалуйста, с ним. Стреляй в него, пока он не умрет вообще. Да. Да ну ты смеешься, что ли? Я успел умереть, что третий раз? Блинский. Сейчас разберемся только с дронами. Не, ну в принципе, если набрать урона, то можно вполне себе так неплохо дамажить. Я все время забываю, что я могу выйти в оператора. Вовсю. Не видишь, что ли? Не-н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 е. Я на эту фигню больше не попадусь. Ну тебя в баню. Блин, Кубрус мертв. Обидно. Офигеть. Все, что ли? Можно выходить? До свидания. Так, ну в принципе, надо сказать, нормально. Меня устраивает. Не понял, где выход? Выше, что ли? Стой. Далеко выход сделан, офигеть. Просто жесть, как далеко. Самый необычный выход, по-моему. Опять РБР набрали, нетронутое ядро.
Всякую фигню. Ну, избавитель правильно, ну не знаю, не знаю, не знаю. Такое, такое. На любителя, я бы сказал. Я бы, наверное, больше рад был бы, наверное, какому-то классическому оружию ближнего боя праймовскому, чтобы можно было там форму делать, всякую фигню, набирать ему дамаг, потому что чем больше форм ты в оружие вложишь, тем больше у него дамага будет. Ну, как бы чисто технически с того формата, что в него больше просто влезет модов и более раскачанных. Хотя более раскачанных тоже такое смешное, типа более раскачанных модов. У меня нет даже энда, чтобы раскачивать моды. Так, давай, сухой док. Как это все быстро в кавычках происходит. Уи. Вот для чего коперники нужны были, вот для чего кредиты нужны были, вот для чего... Кристалл Аргона, ты смеешься надо мной. Кристалл Аргона, значит, пойдем на разрыв, на мод, что делать? Да, рассказывай, рассказывай истории. Ты рассказывай, я слушаю, я слушаю из этого, из арбитра. Так, ладно, окей, короче, если нам нужно это все, то значит, что мы делаем? Мы берем Нового Конга, потому что он не вкачан. Давай возьмем Фульмин, например, кстати, между прочим. Что у нас недокачанное, что можно продать? Бронко, например. И идем на мод. На разрывы. Подожди, а что-нибудь есть такое, что... Чем мы дамажить-то вообще будем? Два. Ну, такое... Ладно, фиг с ним. Как-нибудь... А, стоп-п, стоп-п. Я хочу взять этих, экипировать. Как их? Спектров. Ну-ка. Так, снаряжение, что можно вытащить? Так, 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 так. Так, 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 так. Космический спектр, отлично. И вместо тебя у нас будет древний целитель. Замечательно, просто идеально. Стоп. Фульмин мне хотелось бы. Хотя он так подходит. Пускай останется в классических цветах. Первое оружие, которое останется в классических цветах. Я надеюсь, разрыв еще есть на мод. А что так много-то всего? А где хоть один на... Спасибо. Огромное вам спасибо. Просто огромнейшее спасибо. Так, есть отряд? Есть. Отлично. Просто идеально. Рум-пум-пум-пум, рум-пум-пум-пум-пум. Покатушки, покатушки. Да давай уже грузить быстрее. Нам нужно, получается, три кристалла аргона. Нарло Джек. Такое, такое. Да, здорово. Где-то здесь сидите? Или вы тут бегаете везде? О! Стой, а если я переключу... У него же есть типа разные моды оружия, да? А, то есть он бесшумным рубил так сейчас. Взрывным. Слушай, неплохо для того, что она вообще не вкачанная. Вообще идеально. Подожди, а если я, короче, сейчас возьму, типа... То он, у него скорострельный будет режим? Нет, у него только такой... Хорошо, ладно, понятно все. А где все?
Cooperative has just made their first discovery. Keep up the good work. Нет, давайте, короче, коробки искать. Я так думаю. Пооткрываем, все, мало ли где-то еще кристалл аргона есть. Так. Че, они на выход, что ли, пошли все? Ну, кристаллов аргона же мы не собрали. А чё ты не стреляешь? Типа чё, патроны кончились, что ли? Они серьезно на выход идут? Ну ладно, так, вернем режим. Нифига, у него урона. Да он, по-моему, мощнее, чем... И бесконечный боекомплект? Подожди, а в этом режиме? Офигенно. Реально прикольное оружие, слушай. Моментально ускоряется, потому что, короче, это... Потому что критует и постоянно получается из-за такого бешеного количества этих... Серьезно, уже миграция хоста. Давайте мне грохнем еще, пока будет все загружаться. А нафиг они вообще зашли на выживание, если они с него сразу вышли? Даже не прилетел этот... Вор. Это же как-то странно, не находишь? Ладно, так, сейчас. У меня есть же. В помощь. Аберончик, да? Да, Аберон есть, отлично. Удерживай позицию, короче. Может, ты нас как-то это, типа, подлечишь, например? Или себя подлечишь? Не такой-то он живучий, кстати, получается-то. Да, но он может восстановить все здоровье, что, в принципе, плюс, типа. Ну да, может он так себе. Вот это ты косой. Че, Берон-то жив? Ладно, давай, короче, сделаем так. Я буду стрелять с этой фигни, так и быть. Ну так нас вынесут, потому что, типа... Ладно, ходи, короче. Завалили нас толпой. Опять миграция хоста. Все повыходили, короче, получается, да? Можно я останусь хостом? Где-то какого-то там убивает как-то. Каким образом это происходит? Да ладно, меня уже грохнули, ты прикинь. Аберончика сейчас вынесут, наверное, да? В
Второй раз вынесли? Ах, они умудрились меня второй раз вынести подряд. Но они зачетные ребята, я могу сказать. Ладно, короче, была ошибка не взять с собой Игнис. И только Игнис. Угу, Кубраса убили, ладно, понятно, короче. Такое себе заход. Не успели мы толком ничего сделать. Ладненько, спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся, вступай в группу ВКонтакте, в Дискорде. И, соответственно, мы будем продолжать. Пока-пока.